Но неужели? Ну неужели? 3 года? Вы понимаете? 3 года назад, летом 20-го, я пошел лияк. Это был... Тогда он был экстримом. И я флюкнул с какого-то демона. Я уже не помню даже с какого. То ли это был хард демон. По-моему, это был и хард демон. Какой-то там я пошел. Я уже не помню. И тогда я пошел с форс-мусфиксом. И это, по сути, просто я спидхакнул лияк. И сказал, что прошел за 1400 попыток. Сейчас здесь, ну, 687. Немного. Демон там, в принципе, приятный. Явно лучший в тот год, когда он вышел. Это 2020 как раз. Фану. В принципе, я ограничусь такими комментариями. Больше мне нечего добавить. Мог флюкнуть 60, но я немножко дурак. Поэтому прошел только сейчас. Ну, все, в принципе. Всем пока.